Так, 28 августа 2021 год, Харьков, 0 часов 10 минут по Киеву, ИСО 6400, последний дубль. Очень коротенько, луну снимать не буду с максимальным приближением, смысла нет на таких настройках светочувствительности. Посмотрю, что у нас видно на Сатурне. Спутник это Илья. Звездочка рядом с Сатурном. Ниже и правее. Мне вообще ничего не видно, надо же. Удивительно. Я думал, чем выше ИСО, тем лучше будет видно этот спутник. А сейчас я его не наблюдаю совершенно. Ну, может, уже дымка мешает. Хорошо, 1 миллиард 350 миллионов километров до Сатурна. Несут 1 миллион километров до Юпитера. Справа сдвоенная у нас сейчас идет. Два спутника Ганимед и Ио. В одном они, как один, выглядят. Потом Европа и Каллисто после Юпитера. Снимался вдоволь, неожиданно небо разоблачилось, и вместо спать пошел снимать. Отличный стих. Да, ну не будем злоупотреблять оптикой. В первом дубле все-таки получше было. На ИСО-125 можно там посмотреть. 28 августа 2021 год, Харьков, 013.